Это костюм Бомбей. Друзья, будьте внимательны, пожалуйста. Это спецпредложение дня. Действует буквально несколько часов. Остается совсем немножко. До конца этого дня успейте приобрести самый уютный костюм для вашего осеннего гардероба. Костюм Бомбей в 5 цветах представлен. Мы сейчас подробно рассмотрим все его нюансы. Невероятная вещь, которая вам понравилась уже давно. Любимое ваше предложение стало сегодня специальным товаром дня. Ну что ж, мои дорогие, вы хотите получать комплименты каждый день? Вы хотите, чтобы в повседневной жизни вы выглядели как-то по-особенному? Не знаете, как это сделать? Да проще простого. Просто дружите с нашей рубрикой «Мода комфорт», и вам поможет в этом в первую очередь наше спецпредложение «Костюм Бомбей». Ты знаешь, Юль, в первую очередь мне больше всего нравится, что у каждой нашей телезрительницы есть прекрасный выбор для каждого из вас. Друзья, давайте с вами посмотрим. У нас есть разные расцветки. Ну что ж, я выбираю костюм Бомбей для себя и выбрала классическую расцветку. Вот такой серый цвет. Мне очень нравятся такие глубокие оттенки. Чувствую в нем себя очень комфортно. Это здорово. Есть у нас еще и сирень. Цвет для экстравагантных, мне кажется, дам. Для тех, кто хочет выделиться, отличная расцветка. Есть у нас еще один цвет. Кстати, я выбрала именно его. Глубокий оттенок. Ты очень любишь темные цвета. Да. Такие культурные, благородные оттенки. Это темно-синий цвет. Сирень. Вот она, да? Сирень. Есть еще темно-синий. Темно-синий у меня в руках. Сейчас мы его тоже с вами обязательно увидим. Вот он уже показался на экране. Посмотрите, какие красивые, эффектные на нем вставки из ткани компаньона. Слушай, ну разве все? Не все. 5 цветов Бомбей у нас сегодня. Для того, чтобы у вас был выбор, наша модель Юлечка выбирает баклажан с леопардом. А наша модель Лиза Василек тоже украшенный леопардовым принтом. Итак, друзья, что же вы сегодня получаете? Во-первых, вы получаете сразу 2 предмета. Во-вторых, вы получаете скидку в размере 1000 рублей плюс 299 рублей на бонусную карту. Юль, но самое главное, девиз все-таки нашей программы – это еще и комфорт. Скажи, пожалуйста, в чем здесь обеспечен комфорт? Ну, в первую очередь, конечно же, в ткани. Наша с вами любимая, дышащая, мягкая вискоза, струящаяся по телу. Вы знаете, я в этом костюме веду свою любимую рубрику «Дом». Очень давно уже и под жаркими софитами, и под кондиционерами мне одинаково комфортно в Бомбее. Ведь это мягкая, дышащая вискоза, которая обеспечивает нашей коже максимальный комфорт. Не жарко и не холодно. Всегда оптимальная температура, всегда нежные прикосновения для вашей кожи. Так, итак, так, так, Юля. У нас представлен в большой размерной линейке от 46 до 62. Юля. И давайте пойдем по деталям. Да, можешь мне сразу раскрыть секрет? Меня очень интересует, так, откуда у вас, девочки, такие талии? Прекрасно, ты что-то задала этот вопрос, я очень рада. Действительно. Покажись. А вы могли подумать, чтобы спортивный костюм мог еще и моделировать фигуру? Давайте посмотрим, как со спинки смотрится Бомбей, и я расскажу, в чем же секрет вашей стройной фигуры. Могли ли вы когда-то догадаться, чтобы спортивный костюм так работал на выстраивании силуэта? Посмотрите, что придумали дизайнеры. Внимание сюда, на спинку, на стройную спинку нашей Юленьки. Посмотрите, ткань-компаньон, который и украшен Бомбей, то есть это и декоративный элемент, он выполняет потрясающую функцию, делает из нашей фигуры практически песочные часы. Посмотрите, как в талии вот эти изгибы работают на выстраивании силуэта. И в костюме Бомбей вы будете выглядеть на размер 2 меньше. Наша Юленька 1,78 м, 54 размер. В Бомбее она, посмотрите, постройнела на глазах. Вы хотите постройнеть прямо на глазах? Без диет, без физических упражнений. Это возможно с костюмом Бомбей. Слушай, ну ножки-то тоже постройнели. Ножки тоже постройнели, Оль правильно заметила. Давайте посмотрим, почему. Все та же ткань компаньон здесь работает. Замечательная задумка наших дизайнеров. Посмотрите, как в виде лампаса украшены брючки. Это очень эффектно, во-первых. А во-вторых, работает тоже на выстраивании нашего силуэта. Ножка кажется визуально вытянутой. Я всегда вас учу как дизайнер. Ищите вертикальные линии на одежде. Они визуально вытягивают вас. Нам всегда хочется казаться высшей стране. Кстати, я с тобой полностью согласна. Полностью согласна, всегда. Даже дамы, вот 46 размера, у меня, к примеру, 44-46 размер, вы знаете, друзья, тоже хочется все время быть еще стройнее. Помните это чувство? Теперь это абсолютно возможно. От 46 до 62 широкий размерный ряд. Вам остается только выбрать свой цвет. Вы получаете скидку в 1000 рублей, стройную фигуру, плюс ко всему еще и бонусный балл на золотую карту. Эх, друзья, это наше новое спецпредложение дня. Воспользуйтесь буквально несколько часов, поэтому у нас мало времени. И расскажи, на что еще стоит обратить внимание. Ну, стоит обратить внимание на стиль сегодня в моде.
стиль, спорт, шик. И мы с вами сейчас отправляемся на модные подиумы и посмотрим, какие же тренды у нас сегодня. Посмотрите, как мы с вами попадаем в десяточку. Вот он, спорт, шик. И наше предложение замечательно миксуется с предложениями, которые предлагает сегодня дизайнер на модных подиумах. Давайте мы посмотрим, что же на нашем подиуме. Я предлагаю прийти к нам на наш модный подиум. И здесь у нас красуется Бомбей во всей красе. Вы могли себе представить, чтобы спортивный костюм, удобная вещь, комфортная вещь, так работала на выстраивании силуэта, так стройнила вашу фигуру. Вы хотите за один телефонный звонок постройнеть, при этом позволять себе вполне спокойно. А я считаю, что Бомбей еще... Бомбей будет работать на вашу фигуру. Юль, я считаю, что еще и помолодеть, потому что если это стильно, модно, то сразу женщина выглядит действительно сочно, прекрасно и очень по-молодежному. Ну что ж, детали тоже здесь заслуживают особого внимания. Посмотрите, на бедрах тоже Бомбей очень хорошо смотрится. Но, во-первых, за счет того, что вискоза имеет все-таки текстуру вязаного трикотажа, она плетется петелька за петельку, поэтому эластичная, да, и очень хорошо брючки садятся. Замечательно, что они прямого кроя. Такой крой любят наши российские женщины. Поэтому предложение именно такое. Не зауживаем. Прямые, ножки стройные, все прекрасно. Любые кроссовочки, любые текстильные кеды. И вам удобно. Кстати, Юль, многие наши телезрительницы выбирают два костюма. Я вас очень понимаю, потому что, посмотрите, принты абсолютно разные. Они выглядят уникально, каждый костюм. А главное, приобретая два, вы получаете сразу все преимущества. Во-первых, это новое спецпредложение дня. Краски осенью мы проводили, они разлетелись по всей России очень быстро. Буквально несколько часов спецпредложения. Костюм Бомбей. Выбирая два, получаете еще и бесплатную доставку. Плюс количество бонусов вырастает до 600. Наслаждайтесь вашей выгодой, друзья, каждый день своей жизни. Ну что ж, а я наслаждаюсь качеством наших изделий, Олечка. А как вот обывателю понять? Ну как обывателю понять? Надо посмотреть, безусловно, на швы. Нам изделия наши не стыдно вывернуть наизнанку. Я всегда вас учу качество, смотрите, с изнаночной стороны. Сверху изделие может быть красивым, а что же внутри? Давайте заглянем. Безупречная обработка, потрясающие ювелирные швы. Наш производитель просто молодец. Швы на пятерку, даже на десятку. Посмотрите, обработано все аккуратно оверлоком. Ткань, в принципе, сама не сыпется, но здесь еще и замечательная обработка. Уплотнение хорошее, двойной обтачкой капюшончик. Очень хорошо вшита молния. И вообще такая замечательная фурнитура. Молния ходит как по сливочному маслу. Это тоже очень здорово, потому что это удобство и такая вещь прослужит вам долго. Итак, друзья, не забывайте, что это целый костюм за 1990 рублей. Напомню, это новое спецпредложение дня в очень ограниченном количестве. И, друзья, это спецпредложение не самого утра. Предыдущее спецпредложение уже закончилось, поэтому вы сейчас получаете уникальный момент. Ай, его еще и тужить не надо. Стресс-тест для нашего замечательного Бомбея. Посмотрите, что я делаю. Я его мну, не знамо как, нещадно. Посмотрите, ни одного залома. Вискоза, усовершенствованная эластаном. Вы посмотрите, как прекрасно ведет себя в носке. Это значит, костюм вы можете взять в любую поездку, в дом отдыха, в поезд, да куда угодно. В чемодане он не помнется.